цветочный грунт для посева, живая земля на основе фрезерного торфа, нейтрализованная известняковыми добавками с добавлением макро- и микроудобрений и перлита для разрыхления. Показатель кислотности от 6 до 6,5. Снова капаем фитоспорин жидкий, 10 капель на стакан. Так, постоит пусть. Вот. Ватный диск. Так, где тут у нас проклюнувшийся? Вот один. Сразу два. Один, два. Еще. Вот, по-моему, третий. Ой, главное их не повредить. Третий. Вот четвертый. Магическое число. 4. Или вот это вот. Вот пятое. Вот в конечном итоге обнаружилось 6 проклюнувшихся семян. И немножко их надо присыпать землей. Вот. И будем теперь... Можно ждать всходов. Конечно же, я не удержалась и снова сверху полила. Это моя болезнь. Вот. Даже не смогла зафиксировать. Камера телефончика. Все. Теперь можно ждать всходов. Всходы Пихуа 25 декабря, которые посеяны были семена сразу в почву. 7 штук.